В 16 часов на пульт пожарной части поступил сигнал о возгорании в одном из швейных цехов чулочно-трикотажной фабрики «Виктория». Несмотря на то, что в считанные минуты большая часть территории была охвачена огнем и пошло дальнейшее распространение пламени, сотрудники предприятия все же сработали оперативно. Мастер сообщил сразу начальнику цеха и вызвали МЧС. И начали свое пожаротушение, то есть раскатали рукава, взяли огнетушители, сколько смогли, пока не произошло задымление. После задымления уже приехали МЧС. Запланированное возгорание как средство отработать пожарно-тактические учения. А они, как известно, самая лучшая проверка слаженности и оперативности не только борцов с огнем, но и всех сотрудников предприятия. Ведь в большей степени от последних зависит своевременная эвакуация работников и первые шаги восстановки распространения огненной стихии. В этот раз мастера цехов и швеи показали, что способны не только на кройку и шитье. Задачи, поставленные учением, выполнены в полном объеме. Действия администрации и работников оцениваю на хорошо, действия подразделения пожарной охраны оцениваю на удовлетворительно. Это не точка в пожарно-тактических учениях. В ближайшее время брандмейстеры проверят бдительность людей в белых халатах. На сегодняшний день по области пожарные уже потушили 99 очагов возгорания, в которых погибло 6 человек и 7 получили травмы различной степени тяжести. Сумма же материального ущерба составила около 4 миллионов рублей. Колин Гросс, Александр Скопенко, РЕН-ТВ, Биробиджан.